Привет, друзья! С вами Антон, и вы смотрите канал Puzzle English Live. Сегодня мы снова на свежем воздухе и снова идем гулять и приставать к прохожим. Но сегодня мы покажем фотографии шестерых культовых британцев и попросим отгадать, кто они по профессии или просто чем занимаются. В шестерке знаменитостей у нас сегодня Мик Джаггер, Дэвид Бекхэм, Джоан Роулинг, Вивиан Вествуд, Колин Фёрд и принцесса Диана. Давайте посмотрим, кого из них прохожие будут узнавать и чью профессию будут отгадывать лучше остальных. Поехали! Привет! Итак, давай начнем вот с этого молодого человека. Как ты думаешь, кто это? Это гольфист. Это гольфист. Видимо, потому что он с клюшкой сидит, ты так считаешь, да? Ну, и шарик видит. И шарик видит. Можно по костюму понять, что он гольфист, но я думаю, это певец по внешности. А ты смотри, хочет обхитрить меня. Но ты была права, когда подумала, что это не гольфист. Футболист. А почему? Это же, смотри, это клюшка для гольфа, это шарик. Потому что у него какая-то свободная джерси. Футболист. Почему футболист? Ну, это Бекхэм. Это Дэвид Бекхэм, легенда английского футбола. Это лучший ответ за сегодня, я очень рад этому. А не Бекхэм это, не то. Знаете, это действительно он. Кстати, я люблю группу Депеш Мод, если... Этот веселый мальчуган. Это модель, наверное. Думаешь, это тоже певец. А вот тут ты права, это Мик Джаггер, да, это певец. Этот парень. Это Роллинг Стоунс, да? Да. Певец или модель? Наверное, певец. Это Мик Джаггер, легенда музыки, вокалист Rolling Stones уже очень много лет. Мне кажется, если бы я был девушкой, я бы пошел с ним на свидание прямо сегодня. Да это Мик Джаггер, это певец, конечно. Конечно, отлично, отлично. Я бы, наверное, так же сыграл и спел, наверное. Вот эта леди, кто это? Актриса. Ну, где-то видел ее. Где-то видел. Не помню. Я знаю, почему ты не помнишь. Знаешь почему? Потому что это писательница, она написала Гарри Поттера, понимаешь? Фига себе. Я думаю, что это какая-нибудь актриса. В каких фильмах, думаешь, она играет? Молодежных. Каких-нибудь таких романтических. Писательница, скорее всего. Ты что написала, как думаешь? Есть подозрение, что Гарри Поттера. Писательница, наверное, я. Так, что она написала, как думаешь? Ну, или там вид, литература. Почему-то кажется, она похожа на Роулинг. Да, это она и есть, действительно, это Джоан Роулинг. Так, ну что-то знакомое лицо-то. Все-таки актриса, я думаю. Сейчас ты не имеешь права не угадать, ты так хорошо идешь. Это Джоан Роулинг, легенда писательства. Честно, я его не знаю, первый раз его вижу, мы не договаривались, не договаривались. Так, вот это вот, смотри, женщина в странном, в общем, одеянии. Ну это химик. Я тоже так думал. Член королевской семьи. Отлично, ты угадал, ты знаешь. Диана, это Диана. Да, это Диана, принцесса Диана. Член королевской семьи. Потрясающе просто. Как ты думаешь, кто это? Я не знаю, но у нее сережки, мне кажется, дико дорогие. Не, хотя, может быть, член королевской семьи. Интересная догадка. Ну, давай... Член королевской семьи. У нее крутые серьги вроде как. Уже второй, в общем, детектив в нашем сегодняшнем выпуске. Можете обойтись без восторженных возгласов. Джон уже воспел мою гениальность, используя все возможности английского языка. Ну, давай, не подведи. Это леди Диана... Бывшая жена принца... Чарльза, да? Чарльза, да. Это, по-моему, это королевская семья, это не Диана, но это... А похоже. Не Диана ли? Да. Это Диана, вы правы. Ай-яй-яй-яй-яй. И вот этот вот мужчина. Это актер. Отлично, у тебя первое попадание, это актер, да, действительно, это Колин Фёрд. Актер, я даже какой-то фильм даже с ним помню, но я не знаю, что это за актер. Этот мужик. Это актер? Да, это актер. Это актер. Ты знаешь его? Я знаю, но я забыл. Это Колин Фёрд, потрясающий актер. Скоро выходит его новый фильм «Кингсман. Золотое кольцо», вроде, если я не ошибаюсь. Да, следите, сходите обязательно, смотрите. Ты, как всегда, прав. По-моему, это актер все-таки. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и напоследок, вот это вот безумство. Кто это у нас? Это дизайн одежды. И, кажется, дизайнер одежды. Вот они такие, в таком безумии. Ух ты. Кто это, бабуля?
пусть будет парикмахер. Ты просто только что из парикмахерской, я знаю, да? Да. Это на самом деле дизайнер одежды Вивьен Вествуд. Ну, я думаю, это не королева. Хотя... Королева, наверное, не Англии. Она вроде по-другому выглядит, насколько помню. Дизайнер одежды, по-любому. Да, это дизайнер одежды. Да, вы оба правы, это Вивьен Вествуд. Это женщина, которая сделала модным панк. Вот тут уже посложнее, имя я не вспомню, но это известный дизайнер. Да, ты прав, это Вивьен Вествуд. Вивьен Вествуд, да. Кто это, как вы считаете? Так, дизайнер одежды, наверное. Дизайнер одежды, действительно. Боже, храни королеву. Товарищ робот, скажите мне, кто эта женщина? Кто? Это Алла Пугачева после удара током. Ха-ха-ха. Правда? Подписывайтесь на канал Basel English. Итак, сегодняшняя прогулка дала нам понять, что больше всего люди узнают или угадывают Колина Фёрта. Колин Фёрт. А на этом мы закончим сегодняшний выпуск. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Puzzle English Life, если вам понравился наш опрос. Нажимайте на колокольчик, потому что только так вы узнаете о том, когда будут выходить наши новые видео. И обязательно пишите нам комментарии, мы все-все читаем. Пишите в комментариях, кого еще из британских знаменитостей нам показать прохожим в следующий раз. С вами был Антон. Have a nice day!